Ну, какие же лжецы. Ну, просто конченые твари. Ну, и, конечно, очень правильно пишет Армен Сумбатович, господин, что Википедию пора закрывать. Они уже разместили статью, резня в буче. Ну, конечно. Резня в буче. Ну, конечно. А буче, потому что бучер – это мясник, да, и удачное созвучие. То есть, понятно, что за этим стоят Британские специалисты. А все же начиналось с того, как они веселились, когда сжигали людей в Одессе. Помните, как Клюшка Гончаренко радостно измывался в студии Шустера? Это показывали. Он был на прямой связи из дома профсоюзов и ходил среди трупов. А те, вот, помните, да? Это вот тогда было. А теперь он заламывает руки и рыдает и кричит, какой ужас. Он, кстати, большой начальник в парламенте.